Но вот здесь вот все написано по-польски. Вот здесь мы по бокам на английском и на немецком и на польском. То есть польский, значит, английский, немецкий. Производитель, сейчас я скажу. Ох ты, господи. Я так понимаю, что здесь написано про Польшу, что это какой-то городок Каржев какой-то. Ну, вот. Ну, это импортер, наверное, заказчик. Не-не-не-не-не-не-не. А здесь написано мануфактурер, херстеллер. И вот дальше Роберт Дроватко. А, понятно. Знаем такого вот товарища. Я так понимаю, что это, короче, мешками привозится в Польшу, вот, и там уже фасуется вот в такое. И опять же, здесь... Фасад пачки еще засвети. Фасад пачки покажи. В смысле? Ну, крупным планом. А. Медведь или тигр кто там? Медведь, вот. Тут, кстати, этот медведь, он еще вот здесь, как бы, сейчас как-нибудь покажу. А. Блин, как неудобно. Короче, вот здесь, а вот тут нет. Я вот так тут понял, что она чисто фольгированная, да, как кофе по сути. Да. А здесь да, написано. Да. Unsmoked also for TTR, кстати, написано, блин, TTR with ice. Ну, здесь опечатка стопроцентная, как бы, ну, татара, я не знаю, что такое. Медведь с этим, с колпаком, который, знаешь, этот вот на Западе, они когда диплом получают там об образовании, там, мантия у них, вот этот вот колпак, квадратный такой. Ученый, значит. Да. Написано to study, ну, обучаться, и to work. Блин. Сейчас я просто никак не сориентируюсь. Вот, тут. Вот он, короче, медведь с этим, с колпаком. Ну, вот он. И вот он еще to work, работы. Ну, там какие-то цветочки у него. Ну, в общем, такое. Интересно, в общем. Потом открою, попробую. Еще раз, как называется? Рио Негро. А, ну это провинция Бразилии. Не-не-не, сзади написано Аргентина. Вот, сейчас, вот, блин, вот, вот так. Рио Негро, и сзади написано все равно Аргентина. Ага. Вот. Так понятно. Что... Понятно. Это,